дорогие друзья. Я надеюсь, все сегодняшние спикеры здесь. Я предлагаю занимать свои места. Пока я расскажу про то, что сегодня будет. Мы сегодня проводим сессию под названием «Быстро возводимое и модульное строительство». Меня зовут Илья Барташ. Я начальник отдела стратегического развития строительной отрасли в региональном министерстве строительства. Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Представлю сегодняшних спикеров. Николай Васильевич Дубынин, начальник отдела научных исследований в области градостроительства, жилых, общественных и производственных зданий, СНИИ промзданий. Задзиев Алан Борисович, директор по развитию промышленного блока группы компаний ПИК. Ливанов Василий Сергеевич, продукт-менеджер по сухому строительству, Уральская сбытовая дирекция КНАУ в ГИПС. Савин Андрей Викторович, заместитель генерального директора, директор по домостроению, ТАМАК. Будет с нами онлайн Жюльет Дзян, вице-президент Broad Group, китайская компания, расскажет о быстровозводимых небоскребах. Синицын Евгений Леонидович, заместитель руководителя отдела R&D компании Арспром. Миракян Армен Владимирович, генеральный директор ПСК «Прозрачный мир». И Елпанова Ольга Витальевна, компания «Вагон-дома». Тема быстровозводимого и модульного строительства чрезвычайно актуальна. Скорости наращиваются, темпы строительства ускоряются, и это требование времени. И дальше так и будет происходить, безусловно. И практически единственным выходом для масштабного строительства становится принятие таких решений и проектных решений и на производственной площадке, которые позволят максимально процессы очистить от ненужных действий, ненужных движений, максимальная фабричная там пресборка, префаб. И таким образом на строительной площадке можно экономить время. Сегодня у нас 8 спикеров. Время у каждого ограничено. Прошу экспертов, спикеров следить за таймингом. Я вам, если что, буду сигналить. И давайте начнем. Итак, первый доклад. Дубынин Николай Васильевич, СНИ промзданий. Хорошо, спасибо. Ну, данное направление уже рассматривалось, то есть здесь шли уже обсуждения в предыдущие дни, и, в общем-то, выступали многие люди, рассматривали эту проблему с разных сторон, но в основном это были мобильные здания. Мне бы хотелось как-то затронуть, посмотреть на нее более общем, обобщающем плане, и что нужно для развития вот этого направления в строительстве. Ага. Ну, прежде всего, хотелось бы показать вот существующие нормы, которые в этой области есть. Ну, во-первых, это два ГОСТа. Два ГОСТа, которые, в общем-то, ну, достаточно неплохие, но у них есть одна особенность, что, во-первых, это документы, регламентирующие производство изделий. То есть не столько зданий, они направлены на изделия, это раз. И, во-вторых, в области применения этих ГОСТов указано, что они распространяются на
мобильные здания контейнерного типа для нужд строительства. То есть применение их в других областях существенно ограничено. Конечно, там расписано, что они могут использоваться и для общественных зданий, и для каких-то жилых блоков, но в основном это вот то, что монтируется на стройплощадке. Теперь, есть вот правило, которое разработал Монарх. В общем-то, он неплохой, он на объемно-блочные здания из объемных блоков, которые делаются из монолитного железобетона. Вот. Но у него есть одна особенность, что поскольку фирма делала его для себя, он рассчитан на именно крупные блоки, то есть достаточно крупные, которые затруднительно использовать. Ну, то есть они не могут иметь сильно широкое распространение. И существует несколько методических документов. Ну, тут прежде, наверное, надо отметить методические документы. Методическое пособие по проектированию модульных зданий, которое было разработано Промтранс НИИ проект от СНИИ Промзданий. Вот. И это методическое пособие, она как бы собирает опыт по данному проектированию и строительству в этой области. Есть методическое пособие, разработанное АРСС. Ну, надо сказать, что они достаточно сильно развивают это направление. Но вот я выбрал наиболее подходящее в нашем случае. И оно связано в основном, конечно, с использованием металлических конструкций. То есть тоже у него своя направленность. И в основном оно направлено на... То есть в нем рассматривается обзор зарубежного отечественного опыта строительства. То есть там нет каких-то проектных таких вот решений, рекомендаций именно по практическому проектированию. Ну и давайте будем учитывать, что есть еще методические пособия, которые были разработаны в советское время, то есть 87-88 год, вот красные, с красной обложечкой эта книжечка. Вот. Но они тоже были рассчитаны именно для проектирования производственных зданий, то есть не жилых, не общественных, а производственных. И в том числе одним из разработчиков там был Министерство строительства газовой промышленности, которое, естественно, предусматривало это пособие для строительства своих каких-то мобильных городков. Получается, что документов, в общем-то, немного, и они не закрывают все направления в быстровозводимом строительстве. Ну вот давайте посмотрим, что, какие типы этих зданий можно выполнять по этим документам. Ну, прежде всего, вот по ГОСТам, которые мы назвали, по ним можно строить вот эти мобильные здания, которые используются для нужд строительства. Они могут быть там до 3 этажей, но тут надо обратить внимание на то, что размеры этих контейнеров, они очень-то небольшие. Они действительно вот идеально подходят для бытовок, но для такого капитального строительства их не применишь, то есть для полноценного жилья, для полноценных офисов. Теперь есть вот это вот СП, разработанное Монархом. Вот, по нему действительно можно строить здания до 75 метров, достаточно хорошие и общественные, и жилые, но я уже говорил, что эти блоки, они достаточно большие, что связано с некоторыми трудностями. Вот. Ну и нужно, наверное, не сбрасывать еще со счетов, что может быть сборное строительство, которое тоже может, ну, при определенных условиях быть быстро возводимым, то есть из крупнопанельных элементов. Учитывая все это, получается, что если мы рассматриваем строительство жилья и общественных зданий, то самыми перспективными все-таки являются объемные блоки из железобетона. Но тут возникают некоторые сложности, то есть, опять же, отсутствие вот этой вот достаточно развернутой нормативной базы приводит к некоторым вопросам. Ну, прежде всего, вот даже не определен термин, то есть мы-то его используем, конечно, и мобильные, и быстровозводимые, и модульные, но в официальных документах этих терминов нет. Получается, что каждый, кто ими пользуется, может в это понятие вкладывать то, что он считает нужным,
Вот, и это несколько может привести к каким-то разногласиям и спорным ситуациям. Ну, все-таки, а что же считать быстровозводимыми зданиями? Вот у меня приведена тут табличка, по которой, ну, для сравнения взято кирпичное здание. Пятиэтажное кирпичное здание, там из четырех секций, 1500 квадратных метров на этаж. И для него требуется 6,5 месяцев. При возведении монолитного здания требуется уже поменьше, 6 месяцев, но все равно это достаточно много. Если мы монтируем крупнопакетные, ну, эти все цифры, естественно, приведены для условий идеального снабжения строительной площадки и идеальной организации труда на этой строительной площадке, когда все монтируется очень быстро, слаженно и подобное. И вот, смотрите, получается, что объемные блоки из железобетона, то есть если из них монтировать здание, то всего нужно от начала до конца 3,5 месяца, ну, без учета проектирования, естественно. Получается, что они действительно достаточно быстро могут быть построены. Теперь, вот, если посмотреть, я перечислил достоинства основные и недостатки этих зданий. Ну, в общем, понятно, что прежде всего это скорость, которая обеспечивается за счет индустриализации, вот, качество заводского изготовления. И с учетом этого можно сказать, что, в общем-то, быстровозводимыми можно считать здания, которые монтируются до 5 месяцев. Но это условно, конечно, это надо еще обсуждать, наверное, и проверить эти сроки на практике, насколько это эффективно. Но, в принципе, это такой достижимый вариант, его вполне можно было бы для быстровозводимых зданий назначить. Что у нас происходит в области производства? То есть у нас вот есть вот опять же эти контейнеры. Ну, с контейнерами проблем нет, то есть которые для некапитальных зданий. Производителей очень много по всей стране. Теперь у нас есть АБД в Краснодаре, который был запущен еще в 1978 году. Он имеет достаточно большую историю. И у него, ну, к сегодняшнему дню сложилась неплохая номенклатура изделий. Есть завод в Воронеже, который делает тоже такие же дома, у которых блоки на комнату, и тоже существует неплохая номенклатура изделий, и они планируют даже запустить площадку в Московской области. Есть «Монарх», который планировал в этом году запустить свое производство, и, как мы знаем, они уже сделали свой первый дом, ну, правда, в таких экспериментальных целях на производственной площадке. Ну, здесь не перечислены еще «ПИК», и который тоже в этом направлении очень активно развивает и планирует запустить производство в ближайшее время. И есть «Брусника», у которой тоже были планы на это. Но, как мы видим, предприятий все-таки очень немного. То есть на всю нашу страну получается 2 действующих и 2-3 запускаемых предприятия. А учитывая, что у них радиус действия очень небольшой для их возведения, то есть трудно возить на большое расстояние, то для страны, конечно, эта проблема не решает. Производство надо развивать. Ну, и вот, значит, заключение такое. Что нужно, чтобы это производство развивалось? Ну, прежде всего, нужны научно-исследовательские работы в этом направлении, потому что, ну, оно мало исследовано на сегодняшний день, и нет таких фундаментальных работ. Например, НИОКР по выявлению технических характеристик, НИР по назначению параметров для нормирования и разработка перспективных конструктивных решений, которые могут применяться. Следовало бы разработать своды правил. Ну, своды правил прежде всего по проектированию, по строительству и по эксплуатации. То есть вот это три области, которые хотелось бы закрыть с учетом именно специфики объемно-блочного и быстровозводимого строительства. Ну, методические рекомендации. Во-первых, по разъяснению сводов правил, это раз. И во-вторых, очень такое перспективное направление – это нормали планировочных элементов, которые широко использовались раньше нашими проектировщиками. Они, в общем-то, очень-то удобны, и мне кажется, что они неправильно забыты в наше время. Это направление надо возродить. То есть они дают проектировщику набор прямо
размеров и параметров зон, которые он должен учесть с учетом специфики здания. Ну и все вот эти вот работы, они были бы напрасны, если не сделать последнюю часть, которая предлагается, это разработать какую-то программу. Причем не просто программу, а которая была бы официально как-то зафиксирована. Для этого, конечно, нужно объединение тех, кто собирается проектировать и строить в данном направлении, объединение и обращение в соответствующие инстанции. То есть Минстрой, наверное, открыт для этого вопроса. Вот. Ну и мы, как разработчики норм, я представляю, это не промзданий, мы бы эти инициативы, естественно, поддержали, потому что, с одной стороны, мы даем в Минстрой заявки на разработку тех или иных документов, тех или иных направлений, но дело в том, что руководство всегда смотрит, а как реакция на местах, а есть ли отклики какие-то от пользователей, которые будут делать это все. Вот, и пока пользователи молчат, видимо, это не сдвинется с места. То есть тут нужно какое-то объединение профессиональной общественности. Все, спасибо. Николай Васильевич, спасибо большое. Ну а сейчас один из примеров, наверное, раскрывающий и вашу презентацию. Алан Борисович Дзадзиев. Индустриализация с точки зрения ПИК. Здесь Алан Борисович? Здравствуйте, коллеги. У нас очень красивая презентация. Если можно, я отойду в сторону, и мы будем демонстрировать. Ой, прошу прощения. Так. Да. Еще раз здравствуйте, коллеги, здравствуйте, партнеры. Илья Михайлович. Меня зовут Дзодзеев Алан, я представляю группу компании ПИК. В нашей команде я занимаюсь развитием промышленного направления, направления индустриализации, префабрикации наших проектов. И мы делаем все для того, чтобы наши клиенты осуществили свою мечту быстро, качественно и очень эффективно. Сегодняшним обращением к вам я хотел немножко рассказать о нас, рассказать о нашем видении индустриального подхода, рассказать о том, как мы выстроили свой индустриальный подход, свой индустриальный продукт и как мы убедили наших клиентов в том, что это совершенно другой уровень продукта, нежели это было раньше. Я начну. Итак, группа компаний ПИК. Номер один бренд жилой недвижимости в России. 30 миллионов квадратных метров жилья построено с момента основания. У нас 30 тысяч сотрудников, и прямо сейчас мы строим 6 миллионов квадратных метров. От Петербурга до Южно-Сахалинска. Мы представлены в 15 регионах и управляем жильем в 18 регионах. С чего мы начали? Мы взглянули на панельное домостроение глазами россиян и все изменили. Развеяли все мифы и все стереотипы. Панельные кварталы тоскливые и монотонные. Только не у нас. Мы создаем среду для жизни. Мы создаем для наших жителей качественные микрорайоны, чтобы они чувствовали себя счастливыми. Панельные дома серые и мрачные. Тоже не про нас. Для нас приоритет – это эстетика и классика. Мы предпочитаем натуральные цвета, классические формы и долговечные материалы. Квартиры в панельных домах темные и неудобные. Приходите к нам, посмотрите на разнообразие наших планировок, посмотрите на продуманную эргономику. У нас много света, много пространства в наших квартирах.
Что такое индустриальное домостроение 3.0? Это три основных приоритета: создание комфортных и красивых кварталов, индустриальный продукт с контролем качества на всех этапах выполнения проекта, управляемые сроки. Преимущество индустриального домостроения для нас – это прогнозируемый контроль себестоимости, сроки выполнения строительно-монтажных работ и высокое качество изготовления в рамках производственных площадок. С чего мы начали? Определили требования к продукту, сформулировали ПИК-стандарт, определили обязательные критерии к исполнению, квартальная организация мастер-плана, разновысотные дома, двор-парк без машин, приоритет пешеходам, школы и детские садики рядом с домом и, естественно, крутые долговечные фасады. Разработали единую архитектурную платформу, ровные стены для ритейла на первом этаже, упрощенная компоновка квартир, стандартизация габаритов квартир. Устранили проблему неэффективных объемно-планировочных решений, мы убили мельтер-киллеров, и это позволило нам, то есть новый подход к мастер-планированию, который позволил нам управлять участками, использовать участки сложной формы. Мы оптимизировали количество лифтов и их расположение. Мы оптимизировали первые этажи, оптимизировали сложные конфигурации стен, довели до идеала распределение площадей, довели до идеала расположение оконных проемов и инсоляцию квартир, минимизировали технические помещения и инженерные шахты, определили квартирографию, исходя из потребностей, жителей, и у нас больше нет ограничений по квартирографии, у нас порядка 60 вариантов однокомнатных квартир, порядка 150 вариантов двухкомнатных квартир, порядка 65 вариантов трехкомнатных квартир, и это панельное домостроение. Разработали линейку продуктов ПИК 1, 2, 3. Это эволюция наших полносборных домостроительных систем. СЭМ – это самый эффективный монолит. Мы его используем как с элементами префабрикации в виде навесной панели, так и без. Элементы префабрикации мы используем при реализации проектов реновации, при реализации проектов в наших регионах. На сегодняшний день мы реализуем проекты с применением навесной панели в Екатеринбурге, в Владивостоке, в Нижнем Новгороде и в Казани. И успешно реализуем. Платформа ПИК гарантирует функциональность планировок, минимум коммуникации внутри квартир и отсутствие несущих конструкций внутри квартир. И давайте мы покажем, как мы это делаем. Только, Алан, очень мало. Thank you.
Мы показали на ролике, как мы производим элементы малой и крупных форм префабрикации, что позволяет строить нам 25 этажей за 72 дня с тотальным контролем качества круглый год. И если мы сравним с вами наши системы, полносборные системы, систему монолита с префабрикацией, то мы видим 2,5 дня длится монтаж одной и той же секции в полносборном исполнении, 8 дней монтаж монолита. 4-6 месяцев требуется для отделки дома полносборной серии и порядка 7-8 месяцев требуется для отделки монолитного дома. В себестоимости в строительных исполнениях мы также видим большие плюсы, порядка 35% экономии в особенных, ну, в конкретных регионах с конкретной спецификой. И это позволяет нам давать качественное предложение нашим будущим клиентам. В заключение хотелось бы сказать, мы не строим дома, мы создаем комфортную среду для жизни. Спасибо большое за внимание, коллеги. Спасибо, Алан Владимирович, Алан Борисович. Переходим к следующему докладу. Ливанов Василий Сергеевич, Пенелов Гипс. Всем добрый день. Очень частый вопрос, который задают про компанию КНАУФ. Остается ли компания КНАУФ в России? Хотелось бы сказать, что компания КНАУФ в России уже в следующем году будет как 30 лет. Поэтому никуда мы уходить не собираемся, мы остаемся, мы приносим новые решения на рынок, на строительный рынок. И одна из задач, которая стоит у нас в последнее время, это внедрение легких каркасных конструкций в жилищном строительстве, начиная от межкомнатных перегородок и заканчивая навесными фасадными системами, наружной стеной. На рынок в этом году уже представили новые решения для лифтовых шахт, для огнезащиты воздуховодов, и с каждым годом будем привносить все больше и больше решений, чтобы наше жилье строилось быстрее, качественнее и соответствовало высоким требованиям наших заказчиков. В своей презентации хочу рассказать именно какие преимущества для застройщика на примере межкомнатных перегородок мы предлагаем застройщику. Во-первых, это выигрыш в площади, свободная планировка, низкая нагрузка на перекрытие на фундамент, это экологически чистый продукт, хорошая звукоизоляция, что очень важно в наше последнее время, прочность навешивания тяжелых предметов и сокращение сроков отделки. И подытоживая это все, отличная стоимость этих конструкций. Но сейчас более подробно разберем. Если говорим про стандартные классические стены внутри квартиры, то они в основном делаются у нас либо это ПГП, позагребневые плиты, кирпичные перегородки, либо из каких-либо газоблоков. И толщина данных перегородок, она у нас идет от 80 там, и доходит до 150 миллиметров, плюс включая штукатурку. Что предлагаем мы? Наши стандартные решения наших перегородок однослойных, двухслойных из гипсокартона, из гипсоволокнистого листа, где минимальная толщина перегородки идет от 70 миллиметров. Но здесь, наверное, зададите себе вопрос, ну да, чуть немного они тоньше, эти перегородки, и что из этого? Это дает нам экономию на каждой стене, там буквально там, по 2-3 сантиметра. Грубо говоря, в квартире площадью 75 квадратных метров мы доходим до 2 квадратов на квартире. И с учетом стоимости жилья, которое идет в наших городах, на одной квартире мы экономим, ну, в среднем там идет около 200 тысяч рублей. А если мы возьмем дом целиком, то там, вот я для примера взял 10-этажный трехподъездный дом,
что у нас экономия уже идет 10 миллионов рублей. Это мы, при этом мы посчитали только жилье, а если взять еще коммерческую недвижимость, где точно так же можно применять наши перегородки, то там стоимость будет еще больше. Обычно на этом слайде мы со многими застройщиками останавливаемся, они говорят, мы согласны применять ваши перегородки, но расскажу больше, какие еще преимущества дают наши перегородки. Это свободная планировка. Сейчас выступала компания ПИК и рассказывала, что у них очень большое разнообразие этих планировок. К сожалению, с массивным строительством мы не можем предложить такое разнообразие. А с легкими конструкциями из гипсокартона, из гипсоволокнистого листа мы это разнообразие можем вплоть до индивидуальных проектов под каждого клиента делать. И самое большое преимущество это для жильцов, что сегодня он живет в двухкомнатной квартире, а завтра родился еще один ребенок, и эти конструкции очень легко демонтировать и смонтировать новые, и из двухкомнатной квартиры сделать, там, грубо говоря, трехкомнатную квартиру. Низкая нагрузка на перекрытие, но здесь очень очевидный фактор, что наши перегородки, они в разы легче, чем перегородки из стандартных продуктов. И если на слайде увидите, то та же самая перегородка из кирпича доходит там до 250 килограмм, и легкая конструкция из даже из ГВЛ в два слоя это всего 65 килограмм, что очень существенно. Данный фактор для застройщиков мало играет, потому что все почему-то делают фундамент с большим запасом и говорят, что ну, мы перестраховываемся, мы делаем большой запас, потому что ну, мало ли вдруг что-то пойдет не так. Иногда фундамент у нас доходит до 30% от общей стоимости всего здания. И здесь, скажем так, зарыты очень большие деньги, на которых точно так же можно, если подходить разумно, делать себестоимость жилья ниже. Ускоряюсь. Почему-то не работает. Вот, заработало. Очень вопрос, который в последнее время беспокоит клиентов, это а как же звукоизоляция? И даже здесь, находясь на этом форуме, мы очень часто слышали, так у перегородок из гипсокартона, из ГВЛ звукоизоляция хуже, чем у того же самого кирпича или у газоблока, и тем более ПГП. И многие наши партнеры, они ошибаются. Если посмотреть на данный слайд, то можем увидеть, что перегородки из листовых материалов, они по звукоизоляции выше, чем перегородки из стандартных материалов. Вот самая интересная стоимость. Наши застройщики очень часто любят считать стоимость именно отдельно за товар. Ну, грубо, гипсокартон же дороже, чем там ПГП, если брать там за единицу. Но если мы посчитаем доставку, работу плюс подъем на этаж материалов, вот, для примера, 800 квадратных метров перегородок входит всего лишь в одну машину. А чтобы возвести такое же количество из кирпича, то это понадобится 3 машины кирпича плюс еще штукатурка, что уже становится у нас дороже и существенно дольше. С проектным институтом пермским сделали расчет, чтобы те вещи, которые сейчас вам рассказываю, подтвердить именно документально. То, что сейчас мы с вами говорим, это произвели сметную стоимость всех перегородок, просчитали ее, и у нас показалось, что даже самая дешевая перегородка из самого дешевого блочного материала позагребневых плит, она по стоимости будет даже немного дороже, чем перегородка из гипсокартона. И здесь в корне меняется подход к материалам. И последнее, буквально одна минута,
Многие говорят, так перегородки из гипсокартона, там, вплоть до того, что через них можно проходить насквозь, можно их там кулаками разбивать и прочее. Если кто хочет попробовать, можете подойти к нам на стенд, убедиться, что это не так. И самый главный вопрос, а как мы сможем навешать что-то на эти перегородки? Навешать очень можно легко, самое главное выбрать правильный крепеж. И для таких перегородок мы создали крепеж, где одно крепление выдерживает до 65 килограмм. И весь вопрос в надежности, в пригодноспособности этих перегородок, он отпадает. И последнее, что это очень маленькие сроки возведения данных перегородок, что для наших клиентов является очень важным фактором. И компания КНАУФ для застройщиков идет навстречу. Мы производим в размер профиль, мы производим в размер гипсокартонные листы. По поводу размера я говорю о том, что если у застройщика высота до перекрытия идет 2,74, то мы вам произведем гипсокартон 2,74, мы произведем вам профиль 2,74. И это сразу же снижает стоимость, у нас нет обрезков, и самое главное, до 20% более быстрый монтаж этих перегородок. Ну и гипсоволокнистые листы можно монтировать в отрицательную температуру в неотапливаемых помещениях, что тоже очень важно. Вот постарался очень быстро представить преимущества именно наших легких конструкций. Еще раз скажу, мы не останавливаемся на межкомнатных перегородках. На следующий год мы представим решение межквартирных перегородок. Уже есть решение по наружным стенам и каждым годом будем приносить все больше и больше решений именно легких конструкций. Спасибо. Спасибо, Василий Сергеевич. Оперативно переходим к следующему докладу. Андрей Викторович Савин, компания «Тамак». Добрый день, коллеги, точнее, доброе утро. Сегодня уже услышали много про экспертизу префаба в многоэтажном строительстве. Мы эксперты префаба в индивидуальном жилищном строительстве, но в принципе те преимущества, о которых я сейчас буду рассказывать, они одни, единые для, в принципе, этой терминологии. Так. Немного о нашей компании. Компания имеет три производства на одной производственной площадке. И сейчас наши мощности это где-то в районе 36 тысяч метров квадратных индивидуальных жилищных построек в год. Немного терминологии. Что же такое префаб? Это здания, которые изготавливаются и строятся с использованием сборных конструкций, состоят из изготовленных заводским способом компонентов, и конструкции транспортируются и собираются на месте. Для чего я об этом говорю? Чтобы мы все понимали, о чем мы, в принципе, здесь сейчас разговариваем. Но я не буду долго говорить, лучше один раз увидим, как собирается один дом. День первый. День второй. И день третий. Собственно говоря, это и есть префаб, это то, для чего мы придумываем эту технологию, для чего мы ее усовершенствуем, развиваем, чтобы в кратчайшие сроки, и я скажу честно, что сейчас три дня для нас уже много, мы уже перешли к полутора
дням с использованием крышных панелей и сразу готового утепленного и в черновую оштукатуренного фасада, для того, чтобы минимизировать сроки строительства на строительной площадке. Итак, преимущество префаб-домов номер один – это максимальная скорость строительства и монтажа. Перейдем дальше к этапам производства, чтобы понимали, я не буду каждый из них озвучивать. На каждом этапе работают специалисты и эксперты, но самое главное, что на каждом этапе у нас есть контроль качества. На каждом этапе мы проверяем, как мы делаем, что мы делаем и самое главное, из чего мы это делаем. И здесь тоже везде контроль качества. Поэтому вторым важным преимуществом префаб-домов, конечно же, является контроль качества на каждом этапе производства. Дальше. Строительство. В индивидуальном жилищном строительстве есть такой стереотип, что есть сезонность, потому что кладка кирпича, укладка блоков, это все связано с положительными температурами. Если говорить про префаб-дома, то это круглогодичный монтаж. Практически нет, да не то, что практически нет никаких мокрых процессов, что гораздо ускоряет и увеличивает скорость застройки, особенно если мы говорим про масштабы. Преимущество номер три – монтаж круглый год. Немаловажный фактор, о котором сегодня коллеги уже говорили, что хочется меньше процессов на строительной площадке непосредственно. Так вот, технологии префаб-домов, они позволяют как раз минимизировать это, потому что стены уже ровные и снаружи, и внутри, и, соответственно, и внутренняя, и наружная отделка занимают гораздо меньше времени. И тот аспект, о котором уже немного сказали коллеги из КНАУФ, просто берем для сравнения три стандартных технологии при одних и тех же значениях по теплопроводности. И в итоге мы получаем очень интересный результат. Если мы берем фундамент 10 на 10 и строим по каждой из этих технологий конструкции на этом фундаменте, то получается очень интересная картина с площадями. Можете сами убедиться, еще раз посчитать, но это важно. Мы на той же самой площади, на том же самом пятне застройки получаем значительно больше жилых квадратных метров. Итак, преимущество номер 5 – максимизация жилой площади. Повторим, максимальная скорость строительства, контроль качества на каждом этапе, монтаж круглый год, ровные стены, меньше времени на отделку и максимизация жилой площади. Немного примеров. Уже построенный коттеджный поселок Мартхаус в Подмосковье, поселок в деревне Хлябово, который сейчас активно застраивается и скоро будет старт продаж. Другие наши поселки. И один знаковый для нас проект, который реализован совместно с компанией ГУМ, это ГУМ-каток на Красной площади. Все конструкции этого катка выполнены по нашей технологии. И что самое интересное, на протяжении 14 лет каждый год этот каток собирается, разбирается и эксплуатируется на протяжении зимнего сезона. В прошлом году мы обновили комплект этих конструкций, потому что ГУМ решил сделать больше помещений, расширить саму площадку. И уверены, что в этот раз 14 годами не обойдется, если, конечно, они не хотят захватить всю Красную площадь. Спасибо большое вам за внимание. Компания «Тамак». Если нужны мои координаты, можете сканировать QR-код. Андрей Викторович, а производственные мощности какие у вас? То есть на сколько тысяч квадратных метров там? 36 тысяч квадратных метров сейчас по каркасно-панельному домостроению. Но помимо этого, просто скажу, мы производим еще продукты по клееному профилированному брусу и фахверковой технологии. Суммарно мы сейчас где-то выйдем на 70 тысяч квадратных метров по всем технологиям. Серьезный объем для таких конструкций. Спасибо. Следующим попрошу выступить Синицына Евгения Леонидовича.
замруководителя отдела «Арспром» компании. Она уже здесь? Я прошу прощения, тогда мы давайте сделаем пока перерыв и пустим в эфир Жульет Цзян, вице-президента Broad Group из Китая. Пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Итак, слышите ли все меня? Да, мы вас слышим, все отлично. Yes, we can hear you, everything is fine. Я очень рада быть здесь вновь. Это для меня уже четвертый раз. Спасибо вам большое за возможность. Возможно, начать... Показ видео. Я уже смогла им поделиться. Я не уверена, как работает интернет, но давайте сейчас сначала запустим видео. Я не слышу голос. Почему-то, видимо, голос не наложен. Комментатора не слышно. Thank you.
Итак? Слышно? Да-да, слышно. Yes, we can hear you. Everything is fine. Итак, видео у нас закончилось. А на этом видео вы посмотрели, что 11-этажное здание мы сделали менее чем за 29 часов. И это здание, вот что особенного про это здание? Оно сделано из нержавеющей стали. То есть никто в мире не использует нержавеющую сталь для строительства домов. Мы единственная компания. Почему мы решили так делать? Именно потому, что мы разработали новый материал. Это специальные плиты B-Core на основе нержавеющей стали, которые позволяют нам держать достаточно хорошую стоимость, доступную стоимость такого жилья. И это фактически на 100% изготовленное на заводе здание. И имея такие здания, мы позволяем достигать энергоэффективности, которая в 5 раз выше, чем стандартное строительство. И, по сути, мы экономим 90% энергии в сравнении со стандартными технологиями строительства жилья. И вот вы посмотрели, что, собственно, вот это то, что делает наша компания. И сейчас я с вами говорю из штаб-квартиры Broad Group. И наше предприятие занимает 1 гектар, то есть 1000 квадратных километров. Давайте мы с вами включим следующий слайд, пожалуйста. Мы используем низкоуглеродные технологии, низкоуглеродную сталь и линейку стали, которая является безопасной, чистой для окружающей среды. И вся продукция, которую использует наша компания, она является нашей разработкой. Соответственно, наша миссия – это работать на благо будущего человечества. Следующий слайд, пожалуйста. Я должна сказать, что у нас есть 3 ключевых направления. Это неэлектрическое кондиционирование воздуха. Потому что, почему не электрическая? Потому что эти электрические системы в действие приводят природный газ. То есть мы не используем электричество. Соответственно, энергоэффективность составляет 200%. И никаких, фактически на 80% меньше выбросов CO2. А второй тип деятельности компании – это свежий воздух, хороший воздух, чистый воздух. Все здания в мире, как вы знаете, сталкиваются с тем, что в этих зданиях всегда нехватка свежего воздуха. Поэтому мы разработали продукты, которые позволяют нам изготавливать здания, в которых воздух свеж. То есть мы позволяем доступ воздуха снаружи, который будет существенно чище, чем естественный воздух снаружи. Ну и третье – это производство плит B-Core из нержавеющей стали. Это 12-метровые плиты, 12 метров в длину и 2 метра в ширину. Мы изготавливаем эти здания для строительства наших зданий. И мы используем эти плиты для того, чтобы строить здания. Для этого мы привлекаем различные отрасли промышленности. Это и автомобильная промышленность в том числе. То есть та сталь, которая используется в автомобильной промышленности, используется для производства наших плит. Наши здания изготавливаются именно из этих плит B-Core. Следующий слайд, пожалуйста. Мы присутствуем в более чем 80 странах мира. Наша продукция может быть найдена в более чем 80 странах мира, включая Россию. И мы у вас еще не начали строить здание, поэтому нам нужно как можно больше от вас поддержки, чтобы мы перешли уже к этому этапу. Следующий слайд, пожалуйста. Вы видите наш завод. Вот, собственно, вы видите те здания, которые у нас есть. И, как я сказала, вот здесь же находится наша штаб-квартира. Мы занимаем
как вы здесь видите на слайде, 1,3 квадратных километра, то есть это даже больше, чем 1000, которую я вам называла. У нас достаточно серьезный бизнес. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Для строительства, здесь могу сказать, что мы начали этот бизнес в 2008 году. Собственно, если раньше нам повезло разрабатывать системы воздушного кондиционирования, ну почему нам не перейти к строительству зданий? Дело в том, что у нас в Китае произошло сильное землетрясение, погибло более 100 тысяч человек, и, соответственно, когда мы перешли уже к строительству таких зданий, мы поняли, что для нас очень важным аспектом является безопасность зданий. И когда мы проектировали системы воздуховодов и кондиционирования, мы понимали, что 70% энергии, которую потребляют здания, в основном потребление идет за счет кондиционирования. Соответственно, если система кондиционирования не энергоэффективна, то здание будет потреблять слишком много энергии. Соответственно, далее мы перешли к тому, что мы стали строить устойчивые здания. И наши здания смогли повысить в 5 раз энергоэффективность. И мы смогли предоставить существенное улучшение качества воздуха, который находится внутри наших зданий. И наши здания выдерживают и ураганы, и тайфуны, потому что они на 100% изготовлены на заводе. Соответственно, мы уже можем достаточно стабильные конструкции предоставлять для строительства домов. А ранее мы строили здания с углеродистой сталью, и с 2020 года мы начали использовать нержавеющую сталь для строительства домов, для строительства зданий. Это существенно отличается от того типа зданий, которые мы строили ранее. Я могу сказать, что 3 раза до этого на форуме 100+, я выступала и рассказывала вам о строительстве зданий с углеродистой сталью, но сейчас я уже хочу вам рассказать о том, что мы построили наши дома уже полностью из нержавеющей стали. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Собственно, это то, о чем я вам только что сказала. Мы уже построили 58 зданий. Следующий слайд. Здесь вот нужно сказать, что вот то здание, которое вы видели, 11-этажное здание, оно было построено менее чем за 29 часов. И что, собственно, особого про это здание, можно сказать? Вот такие здания, они изготавливаются из модулей. Соответственно, мы готовим такой модуль, это, по сути, размер контейнера. Следующий слайд, пожалуйста. Люди нас спрашивают, что это вообще за B-Core? Вот нужно понимать, что же такое история этого здания и история вообще этой технологии. Нам задают вопросы. Так, вот это. So this is a slide about the home building. Раз мы с вами говорим о нержавеющей стали, то мы говорим, что такие здания могут существовать вечность. Собственно, целую 1000 лет такое здание может простоять. Собственно, сейчас здания в основном стоят порядка там 50 лет, ну, может быть, 80-100 лет, не более. А те здания, которые строим мы, могут простоять гораздо дольше. Они могут вынести существенное землетрясение. И, кроме того, у нас в помещении всегда свежий воздух. Дело в том, что человек выпивает в среднем 1,7 килограмма воды, и мы вдыхаем еще больше свежего воздуха. Именно поэтому свежий воздух в помещении очень важен. И в наших зданиях мы можем такой воздух предоставить. И также важно, что наши здания, извините,
Еще я забыла упомянуть одну вещь. У наших модулей фиксированный размер. 10,4 метра в длину и 4,7 метра в ширину. Собственно, одна комната 60 квадратных метров. Ее очень легко транспортировать, вернее, его этот модуль очень легко транспортировать. И 4,8 метра для перевозки не так просто перевести. И поэтому в ходе перевозки мы его сворачиваем, то есть его можно свернуть. Я вам говорила уже о характеристиках этих зданий. Я сказала, что это долгая продолжительность жизни, свежий воздух. Кроме того, фактически нулевое потребление энергии. И я бы сказала, что на 90% мы обеспечиваем энергоэффективность, поэтому это очень высокие показатели энергоэффективности. То есть, по сути, это пассивное домостроение. И фиксированный размер, как я уже сказала, 12 метров в длину, 2,4 метра для перевозки и 4,8 в развернутом состоянии. И мы его разворачиваем уже непосредственно на площадке. И таким образом такие структуры можно перевозить, такие конструкции по всему миру, потому что они имеют универсальный размер. Но также люди имеют возможность выбирать, потому что можно и изменить размер. А кроме того, это позволяет нам снизить цену. У нас мы предоставляем больший объем за меньшую цену, соответственно, мы можем обеспечить доступное жилье. Кроме того, это достаточно высокие дома, но при этом это не небоскребы. И я хотела бы с вами еще поделиться тем, каким образом мы перевозим такие здания. Пожалуйста, покажите следующий слайд. Вот, собственно, вы видите, вот та самая технология, которая используется для производства плит Бикор. А вы видите, что они производятся при 1100 градусах Цельсия. Мы осуществляем пайку медию, мы используем эту технологию для того, чтобы производить Бикор-плиты. Это позволяет нам обеспечивать высокую степень конкуренции. Мы используем эти плиты также и для пола. То есть мы используем это и для строительства домов, хотя эти технологии могут использоваться и в автомобилестроении, и в строительстве мостов и так далее. То есть мы можем поставлять эти плиты для производства мостов. Следующий слайд, пожалуйста. Я бы хотела с вами поделиться деталями транспортировки. И вы видите, каким образом выглядит в ходе перевозки этот модуль. А далее уже на площадке мы его разворачиваем, и вы видите, что при перевозке мы занимаем 30 квадратных метров, а на площадке это превращается в 60 квадратных метров. И вы видите, что у нас есть три типа модуль, в зависимости от типа комнат. У нас есть модуль комнаты 60 квадратных метров, также у нас есть лестничные пролеты, лифтовые пролеты на 30 квадратных метров, а также комнатные модули, которые весят менее 15 тонн. И модуль лифта весит менее 11 тонн. Также в приложении у нас есть еще и модуль ванной. И вот эти модули ванны, ванны и туалеты, там включены туда все трубопроводы. Соответственно, вы видите, что вот с помощью нашего дизайна, нашего метода проектирования можно изменять размер комнат, можно моделировать само помещение, но вы не можете поменять размер ванной комнаты. Следующий слайд, пожалуйста. Вот таким образом мы переводим. Вы видите реальную фотографию, как мы переводим полное здание в Южную Корею. В Южной Корее люди пользуются широко нашими зданиями, нашими предварительно изготовленными, произведенными на заводе зданиями. Мы строим для них больницу, собственно, вы сейчас увидите, как мы переводим больницу. По сути, с момента заказа до приемки здания проходит фактически 3 дня. То есть вы видите модуль этот перевозки. Понятно, что мы используем судно для того, чтобы перевести это здание. То есть вы видите, как мы перевозим здание с завода в порт.
Вы видите, это контейнерная перевозка. Но, по сути, никакого контейнера нет, это уже готовый модуль. Сам по себе модуль – это уже контейнер. Следующий слайд, пожалуйста. И вот для такого здания, зданий типа Халон, можно сказать, что это фиксированное решение для строительства, потому что все можно полностью контролировать, этим процессом можно управлять. Мы производим модули, мы производим здания. По сути, это процесс, схож с изготовлением автомобиля. Именно поэтому у нас есть базовый дизайн, а люди могут эти дизайны использовать для того, чтобы уже делать какую-то конфигурацию под себя. И имея вот такие здания, производство таких зданий позволяет, ну, получать достаточно большие выгоды для домовладельцев. И здания будут стоять очень долгие годы в сравнении с теми зданиями, которые служат нам не более 50 лет. Комнату можно сделать больше, комнату можно сделать меньше. То есть вот сам по себе проект, он очень гибкий. Люди могут подумать, что нержавеющая сталь, которую мы используем, это дорогой материал. Да, он дорогой, но объемы, которые мы используем на 10 тысяч квадратных метров в день мы производим. Это, собственно, у нас в год мы можем производить 3 миллиона квадратных метров жилья. И у нас, соответственно, есть стратегические партнеры, которые делают ценообразование очень конкурентным. И у нас очень короткое время строительства, долгая продолжительность жизни этих зданий. То есть это, по сути, парадокс. Следующий слайд, пожалуйста. Самое короткое время строительства, низкие затраты и самая большая продолжительность жизни зданий, низкое потребление энергии, высокая энергоэффективность, хорошее качество воздуха. И я еще не сказала, что самые низкие конкурентные цены, я могу сказать самые низкие цены, в зависимости, конечно, от того, сколько этажей мы строим, потому что, как правило, мы строим высотные здания, и когда это здание высотное, оно очень конкурентное, доступные цены на жилье и высокие объемы строительства. Собственно, вот это и есть тот самый парадокс. Это характеристика наших зданий, наших холлон-зданий, и мы ищем партнеров. И мы рады, если у нас найдутся новые партнеры. Жилет, сразу вопрос тогда по этому поводу. Какое самое максимальное плечо, как далеко вы строите здание от вашего завода? Какой-то пример самого далекого строительства? What is the most remote building from your construction site? So what is the longest distance at which you delivered your building from the construction site? Вы имеете в виду перевозку на автомобилях, да? То есть насколько мы на какое самое дальнейшее, на самое большое расстояние увозили наше здание. Да-да, именно так. А на самом деле, если говорить о том, что мы у вас организуем производство, то, собственно, ну, 500 километров, да, но на самом деле, если говорить о расстоянии, ну, вот насколько грузовики могут ездить,
Вот настолько и можно транспортировать. Hello, yes, we can hear you. I was just interpreting the question. Я ответила на ваш вопрос? То да, есть, ты... вот, собственно, все зависит от того, если говорить о нашей фабрике, то это 500 километров. Но на самом деле, если вы можете и дальше отправлять, если говорить о международных отправках, то можно, собственно, хоть куда это перевозить, если есть суда, если есть железная дорога, то можно организовать перевозку и на такие расстояния. Отлично, это действительно открывает вам возможность строить по всему миру. Спасибо вам большое за вашу презентацию, это было впечатляюще, это очень интересная технология, и мы надеемся, что вы будете развиваться, строить по всему миру, и в том числе и в России. Спасибо большое. Нам нужно больше поддержки от россиян. Мы вас поддерживаем. Спасибо большое. And we support you. Thank you. И мы должны переходить к следующему докладу. У нас осталось очень мало времени, а впереди еще 3 доклада. И сейчас, пожалуйста, Евгений Леонидович. Очень компактно, сжато, про технологию. Спасибо. Добрый день, меня зовут Евгений Синицын, я представляю компанию «Арспром». И сейчас я хочу рассказать о нашей компании и то, что мы производим, что мы делаем. Компания основана в 1993 году, имеет более 9 представительств в России, более 200 сотрудников в штате. Изготавливаем пока где-то 100 тысяч тонн в год. Вот. Мощности наши постоянно растут, мы увеличиваем свои площади производственные. На сегодня у нас это 12 200 квадратов мощностей. И вся наша, в общем, деятельность сертифицирована по международным стандартам ISO 9001. Компания выпускает большой ассортимент продукции. Это кровельные, фасадные материалы, это как сэндвич-панели. Также выпускаем вентиляционное оборудование, комплектующие к нему, то есть это воздуховоды, вентиляторы и все прочее, автоматику всем комплектуем. Также конструкции, как из ЛСТК для быстровозводимых зданий и из черных конструкций. Многое другое, и подробно это можно посмотреть на нашем сайте. В общем, одно из приоритетных направлений – это все-таки производство конструкции из металла. Активно занимаемся научно-исследовательской деятельностью, разрабатываем, внедряем современные технические решения. Вот. И, в принципе, производим, еще раз повторюсь, любые типы металлических конструкций. Производим... Здания подбираем, в принципе, под заказчика с оптимальной металлоемкостью в зависимости от потребностей заказчика, то есть это какие-то пролеты, назначения и все прочее. Вот, то есть любых габаритов и назначений. Вот, далее расскажу немножко о наших некоторых продуктах, которые есть. То есть здания типа Кайман. Вот, состоит из конструкции из оцинкованного профиля с цинковым покрытием 275 мм на метр квадратный, вот, и толщиной на сегодня уже до 4 мм. Вот, в материале заранее изготавливаются отверстия для болтовых отверстий. Вот, и, то есть все для сборки, в принципе, комплект готов полностью. Вот. Это здание монтируется достаточно быстро и легко, имеет оно низкую металлоемкость, вот, ну, соответственно, естественно, стоимость. Применение этих зданий любое может быть, это и как здание сельхозназначения, здание промышленного, складского назначения, есть даже холодильные там склады,
Вот, и многое другое. Вот. Следующее это из типов наших зданий, это Nova и Nova Pro. В основе лежит также стальные тонкостенные конструкции. Вот здесь уже конструкция выполнена в виде ферм. Вот основное перекрытие. Вот. Все это делается из высокопрочной стали. На сегодня мы тоже это можем уже делать из стали марки проката 420. Вот. Естественно, здание комплектуется все также с отверстиями для болтовых соединений. И все элементы уже выполнены в размер. Остается только собирать его либо на площадке, ну, на строительной площадке и уже монтировать. Для зданий, скажем так, для большей высоты или там с применением крановых, ну, с крановым оборудованием мы уже применяем здание Nova Pro. Вот, разница состоит в том, что колонны уже идут из стальных, ну, в смысле черных, как мы их называем, сварных балок. Вот, балки эти мы тоже выпускаем сами. Почему именно сварных? Потому что это помогает подбирать нам оптимальное сечение. Ну, собственно, на этом экономим по металлоемкости. Вот. Ну, то есть объекты это в принципе те же самые назначения, как торговые площади, сельхозназначения, все прочее. В данном у нас в Тюменской области в принципе есть целая птицефабрика из зданий именно Nova. Вот. Ну и следующий тип здания это здание типа Астор. Это здание из балки переменного сечения. Вот. То есть почему именно переменная? То есть там, где меньше усилий, там мы применяем меньшего сечения, там, где более, значит более. За счет этого идет экономия, естественно, металла. Вот, и соответственно стоимости. Вот. Ну, то есть многолетний опыт нам, в принципе, дает по вашим потребностям, как говорится, ввести снижение затрат на 15-20%. Это за счет оптимизации, значит, металлоемкости, стоимости, естественно, строительных работ, стоимости фундамента, ну и каких-то комбинированных технологий. Вот. Основные преимущества, значит, наших зданий – это высокая скорость монтажа, выгодная логистика, потому что комплекты комплектуются компактно, в одну машину достаточно много входит. Вот, воздух не возим, как бывает при транспортировке фирменных конструкций. Вот. Ну а также это всесезонность этого монтажа, какие-то архитектурные возможности и, соответственно, долговечность наших зданий. Вот. И еще одно из направлений, это наше новое направление, которое мы сейчас развиваем, это каркасно-обшивые стены. Вот. Ну, то есть они являются альтернативой традиционным ограждающим конструкциям в многоэтажных зданиях. Вот. То есть они могут как частично опираться на перекрытие, вот. Так же как и выходить за них, вот, за счет крепежа, скажем так, определенного. Вот. Ну, за счет этого мы получаем, в принципе, небольшие, ну, дополнительные площади в жилье. И вот. Давайте одна минута еще. Да, еще, я ладно? Сейчас уже заканчиваю. Вот. И, в общем, эти наши косы могут, в принципе, быть двух типов, как собираться поэлементная сборка. Вот. То есть, когда это все поставляется из термопрофиля, собирается каркас уже непосредственно на этаже, вот, и заполняется необходимыми материалами. Это минераловатная плита, вот, соответственно, какие-то пленки соответствующие внутри, снаружи, внутри это ГКЛ, как правило, а снаружи можем применять, в принципе, любой материал, как наш, ну, хоть кассеты, там, металлокассеты, металлосайдинг и, собственно, вообще других определенных, ну, любых производителей. Вот. В заключение хочу сказать, в общем, мы готовы с вами делиться своим опытом, надеемся быть полезными своими технологиями на ваших объектах. Чтобы связаться с нами, вы можете, в принципе, зафиксировать сейчас контактные данные
руководителя филиала нашего города Екатеринбург. В общем, со всеми проектировщиками готовы плотно посотрудничать. Спасибо. Спасибо. Так, а сейчас я попрошу выступить Армена Владимировича Миракяна, генерального директора ПСК «Прозрачный мир». Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Армен Миракян, я руководитель группы компании «Прозрачный мир». Начиная с 2018 года компания специализируется на производстве немецких технологий АДК модуль РАМ, транспортабельных блоков под брендом SP-модуль. Члены нашей команды занимались модульной технологией, начиная с 2000 года, и принимали участие в проектировании и техническом надзоре при строительстве отеля Holiday Inn в Воронеже. На сегодняшний день этот отель является самым высоким зданием, построенным модульным способом. Компания имеет собственное производство и строительное подразделение, а также квалифицированный штат, который позволяет нам своими силами реализовать под ключ сложные проекты. Мало кто знает, что самый крупный заказ на строительство по технологии Prefab разместило Министерство здравоохранения России. В 2007 году медицинские центры высоких технологий – это более 2400 модулей общей площадью 135 тысяч квадратных метров. Все это было изготовлено на территории Германии и Турции и доставлено в Россию. Начиная с 2018 года мы локализовали производство в России в городе Тверь. Производственная площадь составляет 40 тысяч квадратных метров с возможностью изготовления до 60 тысяч квадратных метров модульных конструкций в год. В 2019 году с компанией АДК «Модуль РАУМ» подписано соглашение о партнерстве, проектировании и строительстве объектов модульным способом. Модули для каждого проекта выполняются по индивидуальному заказу. Для каждого здания изготавливается несколько типов размеров по ширине, длине и высоте. При проектировании соблюдаются все техрегламенты, санитарные нормы, своды правил, что невозможно достичь при применении блок-контейнеров, транспаков и прочих некапитальных модульных зданий. Нулевой цикл строительства на объекте производится традиционным способом, при этом работы на производстве ведутся параллельно. В своей работе мы используем две технологии. Первая – это модули, полностью изготовленные из профильных труб. Так называемые тяжелые модули с возможностью изготовления здания высотой до 12 метров. И облегченные модули, где основной каркас также профильные трубы, а ограждающие конструкции – это ЛСТК. Модули могут быть следующих размеров. Ширина от 2,5 до 6 метров, длина до 22 метров, высота до 3,9. При этом ограничением приведенных габаритных размеров модулей является возможность и способ их транспортировки. Доставка модулей на стройплощадку осуществляется автомобильным, морским и ЖД транспортом. Вес модулей по нашей технологии может достигать до 40 тонн и более. Средний вес составляет порядка 10-25 тонн. Габаритные размеры установочные. Габаритные установочные размеры, масса компонов и количество модулей определяется планировкой и функциональным назначением здания. Модули имеют высокую степень готовности. В заводских условиях в модулях выполнена внутренняя и наружная отделка, разводка всех инженерных коммуникаций, смонтирована сантехника, электрика, предусмотрены места для установки монтируемого технологического оборудования. После установки модулей в проектное положение на объекте выполняются работы по устройству фасадов и кровли. Соединение модулей между собой с фундаментом в процессе монтажа здания на объекте осуществляется соединительными пластинами путем сварки. За 4 последних года нами спроектированы 4 и прошли, получили положительное заключение экспертизы. 4 инфекционные больницы, 2 поликлиники.
Наша команда участвовала в проектировании таких объектов, как железнодорожный вокзал в Сосногорске, детский пионерский лагерь Кратово, а также другие инфраструктурные объекты. По реализованным объектам нами выполнена инфекционная больница в Тулуне, площадь объекта более 5000 квадратных метров, ЖД-вокзал в Сосногорске, детский сад в Московской области, школа с дошкольным отделением в Тюменской области, здание МРТ в Мончегорске. Строительство по технологии префаб может применяться в качестве основной технологии строительства малоэтажного и среднеэтажного жилого фонда, зданий общественного назначения, инфраструктурных объектов, независимо от исходных параметров. Модульная технология в России может быть определена как инструмент для реализации федеральных программ строительства, в том числе для решения задач, поставленных в стратегии развития строительной отрасли, принятой в этом году. Напомню опыт Советского Союза, когда постановлением Совета министров от 3 февраля 1969 года о развитии объемно-блочного домостроения было предусмотрено строительство крупных заводов объемно-блочного домостроения на территории всей страны. В период с 70 по 90-е годы, согласно отчетным материалам, в стране было открыто более 400 производств по изготовлению объемных блоков. Блоки изготавливались монолитным способом размеры 3 на 6. Общая производительность заводов составила более 52 миллиона квадратных метров, что позволило стать лидирующей страной в 80-х годах по числу строящихся квартир. Технологии индустриального объемно-модульного блочного строительства могут лечь в основу увеличения доли индивидуального жилищного строительства. Основные преимущества – это сроки реализации объектов, высокое качество производства модулей в заводских условиях, строительство зданий и сооружений в климатически сложных и удаленных районах, в регионах с дефицитом материально-технического обеспечения и квалифицированных кадров, в стесненных условиях. Проблемы массового внедрения технологий, на наш взгляд, является отсутствие массового спроса и интереса к префаб-технологии по причине непонимания со стороны заказчика и потребителя преимуществ капитального модульного строительства, ошибочное восприятие модульных зданий как временных, некапитальных зданий и сооружений из блок-контейнеров или аналогов. Требуется совершенствование нормативно-технической базы по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ. Требуется разработка свода правил, применительно к модульной технологии строительства. Требуется совершенствование государственной сметно-нормативной базы для формирования стоимости модульных объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. Также требуется подготовка инженерных кадров для проектирования строительства объектов и, безусловно, увеличение объема госзаказа по технологии модульных капитальных зданий. В завершении доклада хочу сказать о важных для всех модульщиков инициативе. Сегодня от имени группы компаний «Прозрачный мир» будут отправлены открытые письма вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и главе Минстроя России Ирайку Файзуллину с предложением оказать содействие на государственном уровне в развитии технологии объемно-модульного капитального строительства и ее применения не только в жилой сфере, но и при возведении инфраструктурных и социальных объектов по всей стране. Спасибо. Доклад окончен. Сейчас, спасибо, возможно, Армен. Покажем видео, как мы строили инфекционная больница в Тулуне.
Спасибо, Армен Владимирович. Хорошая презентация. Безусловно, объемно-модульное строительство это позволяет ускорить все процессы. А завершит сегодняшнее наше мероприятие выступление Ольги Витальевны Елпановой, компания «Вагон-дома». Здравствуйте, я представляю компанию «Вагон-дома», которая как раз занимается контейнерным строительством, которое тут упомянули как не очень перспективное, но я с этим позволю себе не согласиться. Ввиду того, что страна у нас большая, у нас очень много таких маленьких населенных пунктов, в которых ни одна крупная компания работать просто не хочет, поскольку это с одной стороны не очень выгодно для них, с другой стороны это очень сложно, потому что маленькие поселки, они не могут разместить большой строительный участок, много рабочих, они не могут предоставить технику, они не могут предоставить возможности по электроподключению, достаточные для работы этой техники. И вот туда, куда не идут крупные компании, туда идем мы. Значит, мы производим объемные модули полной заводской готовности. До 95% работ мы выполняем непосредственно на нашем заводе. Эти модули являются неразборными, доставляются в объемном виде на площадку. А вот собираем из них здания, которые являются в принципе мобильными. Это болтовое соединение без использования сварки. И в принципе это здание в любой момент может быть демонтировано и смонтировано на новой площадке. А также имеет минимальные требования к подготовке площадки и фундамента. Если конкретизировать, то на площадке мы изготавливаем сам модуль, его конструкцию, обшивку, покраску, утепление. Монтируем все сети, а также, если есть такое в заказе, то монтируем и предустанавливаем даже мебель. И вот в таком готовом виде этот блок отправляется на площадку, где уже осуществляется стыковка этих блоков между собой. Как и большинство, наверное, производителей контейнерных зданий, мы начинали с того, что поставляли вахтовые поселки для нефтегазового комплекса. Но вот в 2012 году был начат национальный проект здравоохранения, и мы стали принимать активное участие в нем и строить фельдшерско-акушерские пункты. И наша технология оказалась очень востребованной, потому что строить быстро и много не обязательно нужно одно здание, где там 10-20 этажей. А можно построить, вот, например, 127 ФАПов в деревнях, да, и принести цивилизацию и доступную медицину тем людям, которые ее не видели много-много лет. Также на примере другого региона, Ненецкий автономный округ, с очень сложными условиями логистики, с очень коротким строительным и логистическим сезоном, мы доставили и смонтировали 12 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 2 на островах Баренцева моря. Для этой цели была немного доработана наша технология, эти здания монтировались вообще без фундаментов и без использования грузоподъемной техники, доставлялись и монтировались. Просто там этой грузоподъемной техники нет. И доставить ее туда экономически нецелесообразно. То есть мы можем строить там, где не могут другие, потому что это затруднено, невозможно, либо экономически неэффективно. Продолжаем мы развивать это направление. Если 10 лет назад 100% нашей продукции шло для нефтегазового комплекса, то сейчас это только половина, а вот вторая половина – это уже социалка, медицина и прочие вещи. И сейчас востребованы проекты в культурной и туристической сфере. В том числе помогает нам здесь очень сильно государство, которое принимает соответствующие национальные проекты и программы развития. Здесь мы сталкиваемся с новыми требованиями. Если прежние наши заказчики хотели в основном надежности, долговечности и транспортабельности, то вот новые заказчики, которые приходят из сферы культуры и туризма, в первую очередь спрашивают, а как это будет выглядеть? А покажите нам, а сделайте нам фишечку, придумайте нам изюминку, а покажите, где какая табуреточка, где какой фонарик и так далее. Поскольку поставляем мы это все, естественно, уже в полностью готовом и скомплектованном виде. И вот, собственно, эти вопросы мы решаем в тех новых проектах, которые мы
к выполнению которых мы приступаем сейчас. Вот проект, который находится в стадии разработки, это туристический модульный комплекс. В его базе мы рассматриваем два стандартных модуля. Один из них жилой с панорамным остеклением, а второй – это готовый также заводской модуль открытой террасы. Преимущество этого проекта в том, что из этих двух типов модулей можно скомпоновать туристическую базу любого масштаба и любой компоновки. Можно устанавливать отдельные блоки, компоновать их, устанавливать рядом, устанавливать со сдвигом, устанавливать под углом 90 градусов. Мы можем обходить все те особенности рельефа местности и лесные насаждения, ради которых люди приезжают на природу, мы их не разрушаем при этом. И можем масштабировать это все, можем делать это двухэтажным, например. То есть практически нет ограничений в компоновке. При этом это очень перспективное решение и для бизнеса, поскольку мы можем предложить такое решение, когда ежегодно есть возможность увеличивать, изменять, добавлять, уменьшать, то есть по потребностям бизнеса, по текущей ситуации вот этот объект и эксплуатировать его так, как требует бизнес в данный конкретный момент, бизнес-ситуация. Вот этот домик, который сейчас вы видите на экране, он сейчас находится в производстве. Это проект туристического центра в Гаринском городском округе Свердловской области. Туристическая база представляет собой несколько разновидностей жилых домов, административный корпус, ангар для хранения лодок и сауна. Ну и также много малых архитектурных форм здесь востребовано. Это мангальные зоны, это дорожки, там освещение и так далее. Вот этот проект сейчас реализуется, к сожалению, вот он сейчас прямо в процессе, поэтому показать итог не могу. Вот, но разные планировки вот эти домики. Они в ближайшее время будут смонтированы, и уже будет такой практический пример, как это реализуется. А вообще мы можем делать такие базы любой сложности, ну, например, детские лагеря в том числе, поскольку обладаем опытом строительства вахтовых поселков с полным обеспечением их инфраструктуры. Культурное направление – это немножко другая сфера. Поскольку мы построили очень много фельдшерско-акушерских пунктов и много общались с местными администрациями, то у них такая есть проблема. Те старые советские дома культуры, которые у них строили, они не могут их содержать. У них нет возможности их отапливать, ремонтировать, поддерживать и так далее. Поэтому здесь мы предлагаем два компактных решения. Ну, с одной стороны, это достаточно такой обычный, стандартный типовой проект, для которого мы можем предложить различные фасадные решения в зависимости от требований сообщества. А с другой стороны, мы предлагаем для совсем небольших деревень модульную библиотеку с трансформируемым пространством. Читальный зал можно трансформировать, в нем есть небольшой подиум, можно расставить стулья. И, собственно, то, чем что этим людям нужно, им нужна возможность в теплом, светлом помещении собираться, общаться, отмечать какие-то свои праздники, события, мероприятия, петь песни. Вот для этого, собственно, как бы поддержание вот этого общественного пространства маленьких поселков, мы предлагаем такое компактное решение. Вообще ограничений по применению нашей технологии нет. Это, например, спортивные базы, это жилищное строительство, в том числе и ЖС. Вот только что завершен проект строительства жилого поселка на Чукотке у нас по нашей технологии. Это могут быть и двухэтажные дома. Из преимуществ нашей технологии стоит сказать, помимо быстрого строительства, это антивандальность, это всесезонность такого строительства, всесезонность эксплуатации, естественно, этих зданий. И такой очень важный момент, как возможность передислокации. То есть, например, есть такие маленькие деревни, которые вымирают. Допустим, понятно, что через 10 лет там этот объект будет не нужен. Мы его спокойно демонтируем, монтируем в другом месте. Ну и также это минимальное воздействие на окружающую среду. Мы не роем котлованов, не создаем строительного мусора. И в случае перемещения объекта мы обеспечиваем полную рекультивацию пространства. Вот, например, вот это вот дерево, которое было дорого местным жителям, оно не пострадало при монтаже фельдшерско-акушерского пункта. Это одна из деревень Свердловской области. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга.
На этом мы завершим сегодняшнее мероприятие. Эта тема быстровозводимого и модульного строительства актуальна как никогда. Поэтому всем компаниям, которые принимали участие в сегодняшней дискуссии, и всем слушателям мы желаем активного развития. Спасибо, хорошего дня.